мы приехали на природу, в которой только лес, птички, сервитики, дорога, конечно, пролегает небольшая, Бундесстрассе, парковочка небольшая. И вот сейчас машины проедут, и мы будем наслаждаться звуками этого леса. Итак, внимание, что мы слышим? Тут стоят три ветряные мельницы, три ветряка. Они все три крутятся и создают невероятный грохот. Это вообще шок. Вот второй ветряк. И вот третий. На самом деле там еще есть четвертый и пятый. Ничего, устройство. Я думаю, что тут вымерли вокруг все орлы. Вот, машин нету. И только ветряки бабахают. И вечный шум. Покой нам только снится.